Сегодня мы посетим Испанию и увидим, насколько она разнообразна. Испания. Динамичная и полная мистической духовности Барселона, городок Рондо, где зародился бой быков, и мечеть в Кордове, ставшая символом мирного сосуществования разных религий. Карлос находится на троне с 1975 года. Престол унаследует его 45-летний сын Филиппе. В Испании до сих пор действует так называемый солический закон, согласно которому женщины устраняются из престола наследия. После Филиппе королем должен стать один из его сыновей.